Ребят, всем привет! В KFC появилась доставка на дом. Чисто случайно, совсем недавно я заходил в один из KFC, который находится на метро Автозаводская, и увидел там прям вот плакат, то, что доставка на дом еды от 500 рублей. И что же вы думаете? Сегодня я зашел на сайт KFC и решил проверить, вспомнил об этом, да, решил проверить, ну, есть ли такая тема действительно и как заказать. К сожалению, в тот раз, когда я был в самом заведении, я не сфотографировал номер, и сейчас я начал его искать в интернете. Немножко погуглив, все-таки я вышел на специальную промо-страницу, это, оказывается, специальная акция от KFC. Вот выглядит она таким образом, что вот на сайте KFC есть раздел акции, да, и вот доставка KFC, видимо, это работает как акция, и только, видимо, на район метро Автозаводская, не знаю, как правильно. Вот, мы сейчас позвоним по этому номеру и попробуем сделать заказик по вот этому всему предложению. Здравствуйте. Вас приветствует служба доставки KFC. Спасибо, что позвонили. Заказы принимаются с 10 утра до 11 часов вечера. Мы будем рады принять ваш заказ в это время. Вам ответит первый освободившийся оператор. Да, девушка, здрасте. А вы сейчас доставляете еду на дом, да? У вас есть доставка? Еще раз что? У вас доставка еды на дом есть сейчас? Сейчас есть. Хорошо, а можно сделать заказик? Да, конечно. Раньше заказывали? Нет, не заказывали. Первый раз. Этаж, подъезд, квартира. Этаж первый. Ой, вернее. Номер вашего телефона. 8926. 578. Зовут вас. Сергей. Предупреждаю сразу, оплата только наличными, потому что не работает. Хорошо. Можно заказик, да, сделать? Сейчас, секунду, подождите. Заказывайте. Да, сейчас давайте нам, наверное... так, давайте, наверное... 6 крыльев. Потом... Потом салат Цезарь. Мы не возим. Мы не возим салат. Салаты вы не возите? Ну как, будем знать. Так, давайте тогда, знаете, как сделаем? У вас вот там есть баскет, да? Есть. На сайте не вижу. Ну, короче, 16 крыльев баскет. Вместо 6 крыльев? Да, вместо 6 крыльев. Дальше. Так, а картошка в него входит какая-то, нет? Да, входит для маленьких. Ага, два сырных соуса тогда. Угу. Так, и давайте, наверное, еще... Да? Сейчас, секунду, скажу еще. Давайте, наверное, еще зингер. Хорошо. Что-что? Давайте еще лонгер чиз. Да. 557 рублей общая сумма заказа. Дальше нужна вам будет? Ну, там... Ну, да, наверное, нужна будет. 1000? Да, наверное. Хорошо. В течение минут 30 срока ждать, вам будет заказ. Да, хорошо, спасибо большое. Я слушайте, ну вот на самом деле сделал заказ как бы в KFC, первый такой опыт у меня, и я думаю, ну реально, то есть не все об этом знают, но только я так как бы понимаю, что акция работает исключительно на доставку в районе Автозаводская. Смотрите, давайте еще раз посмотрим на сайт, здесь есть меню акции, да, и вот внизу
смотрим внизу, что-то ничего тут нету. Наверное, вся эта тема уходит на вторые, на третьи страницы, черт его знает. Слушайте, ну да, видимо, она какое-то время уже действует. Да, вот видите, в декабре 2015 года они ввели функцию доставки на районе Автозаводская. Честно говоря, и вот самое главное, доставка бесплатная от 500 рублей. Прикольная тема, посмотрим, что привезут. Я обязательно запишу сейчас видео и посмотрим, через сколько привезут. Сейчас у меня время 16:46, и я жду доставочку из KFC по району Автозаводская. Свой адрес я никому не скажу. Мало ли что. Чуваки, забрал свой заказ, короче, вот он. Вот, привез курьер, все, оплатил. Картофан. 2. Кажется, лонгер. И это у нас зингер. 16 крыльев. Да, у нас, как обычно. Вот, знаете, попробуем, да? По-быренькому. Когда был последний раз в KFC у этих чуваков, ну, то есть в этом KFC, именно вот в этом, мне не понравился вкус курицы. А как будто она протухшая какая-то была. Сейчас я вкусну, попробую. Ну, вроде более-менее. Ну, знаете, все равно какая-то она немножко как будто заплесневелая. Именно вот в этом. Ну, в целом, как бы все нормально, вроде есть можно, я думаю. Ну да, такая. Все вроде окей. Но, знаете, я вот в одном из прошлых видео брал в KFC с Саней Фоломкиным. Немножко все-таки по-другому это выглядело. А здесь как-то, ну, как-то чуть-чуть отличается. По вкусу вроде почти то же самое, курица и курица, но есть отличия. Не знаю. Ну, в общем, посмотрим. Зингер тот же самый. Все вроде в нормуле. Вот такая доставка из KFC. Я думаю, что вам было полезно узнать то, что существует такая вот уже тема. Может быть, эта тема будет для многих других районов. Мы, наверное, приступим. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, комментируйте это видео, если оно было вам полезно. Если вы только что, так же, как и я, узнали о доставке. Кстати говоря, сейчас ехал курьер, и этот курьер удивился, что... Ну, я говорю, вы курьер? Он говорит, да. Я говорю, ну, так, типа, давайте. Он говорит, а я уже отдал. Я говорю, вы кому отдали? Он мне говорит, я пиццу отдал. Я говорю, так мне не пиццу, мне KFC. Он, ну, вот, серьезно, так что было? В лифте ехали вместе. Я говорю, так я KFC забираю. Он говорит, а у KFC есть доставка? Я говорю, да, уже, оказывается, для этого района сделали. Он говорит, о, прикольно, удивился, как бы, ну, поехал дальше. Вот, поэтому, как бы, спасибо за просмотр. Пока.